предыдущих сериях. В стародавние времена злой темный волшебник сшил одну мягкую игрушку для котиков и заложил в нее темную магию, которая магическим образом заставляла играть в эту игрушку до тех пор, пока котейка от бессилия не падала со своих лапок и не теряла сознание. Вскоре все вокруг заметили страшное проклятие зачарованной игрушки, и началось противостояние между теми, кто хотел заполучить магическую безделушку, и теми, кто хотел от нее избавиться. В ходе противостояния она была потеряна, но с течением времени ее выловил из реки один рыбак, и она досталась одному котику по имени Барсик. Барсик, придя домой, словно загипнотизированный, начал играть в нее, но вдруг пришел его друг Мурзик. Оказалось, что Барсик даже не заметил, как играл в эту игрушку аж несколько дней, поэтому он от усталости и голода свалился на пол и потерял сознание. Привет, мой милый друг! Сегодня у нас выходит вторая часть сказки под названием «Кот Барсик и зачарованная игрушка». Я надеюсь, что мои старания над придумыванием всех сказок не напрасны, и вы оцените ролики лайком и комментарием под видео. А если вдруг тебе нравятся истории подобного формата, то подписывайся на канал «В мире сказок» и наблюдай за разными приключениями котиков. Ну а перед началом хотел бы вам сообщить, что ваш любимый питомец тоже может попасть в сказку. А для этого переходи по ссылке в описании в мою группу «В мире сказок» ВКонтакте и в обсуждение на тему «Ролики ваших котиков и собачек» загружай видео своих домашних любимцев. Ну а мы начинаем. Барсик пришел в себя после того, как покушал вкусно молочка, а Мурзик все время был рядом. «Так как так получилось, что ты пропустил аж целых 2 дня? Я даже когда крепко-прикрепко сплю, помню, что мне надо обязательно сегодня выйти во двор и попрыг-скокать. Я не знаю, Мурзик. Честно, я играл в игрушку, которую поймал рыбак всего несколько минуточек. И тут пришел ты и говоришь, что прошло столько времени. Может, ты чем-то заболел? Так пойдем к дедушке Боре. Он лечит котиков и собачек. Если ты заболел, то дедушка тебя обязательно вылечит. А он не будет укольчики делать? Если будет, то я никуда не пойду. А если тебе хуже станет, потом проснешься утром, а у тебя уже борода. И так вся жизнь пройдет. Мурзик, у котиков нет бороды. Пойдем, он тебя просто посмотрит». Барсик и Мурзик направились к местному ветеринару, дедушке Боре. Всю дорогу Барсик зевал, а Мурзик смотрел на него и тоже начинал зевать. «Может, хватит столько зевать? Я из-за тебя тоже не могу остановиться зевать. Извини, так спать хочется». Они подошли к дому дедушки Бори и зашли внутрь. Дед тем временем сидел на кресле и разгадывал кроссворд. «Здравствуйте, дедушка». «О-о-о, у нас гости! Проходите, дорогие, присаживайтесь. У меня как раз есть для вас гостинцы». «Дедушка, мы пришли, чтобы... А какие гостинцы?» «Мурзик, не отвлекайся». «Ах да, дедушка, мы пришли, чтобы разобраться в одной проблеме. Мне кажется, что Барсик болен». «Да? А что болит?» «Ну, так-то ничего. Несколько дней назад мы с ним договорились попрыг-скокать во дворе, а он не пришел. А когда я его увидел сегодня, он потерял сознание. Проснувшись, он сказал, что прошло несколько минут, а прошло несколько дней. Что у него? Может, это какой-то новый вирус? Корона потери памяти вирус какой-нибудь?» Дедушка задумчиво нахмурился и посмотрел вниз, после чего присел обратно в кресло и спросил у Барсика: «А ты чем занимался в эти, как ты говоришь, минуты?» «Играл в игрушку». «В какую?» «Ну, мышонок такой. Его рыбак поймал и отдал мне». «О, Господи! Только не это! Похоже, проклятие вернулось». «Проклятие? А оно лечится? Может, укольчик ему сделать?» «Нет, ты же говорил, что он просто посмотрит».
Нет, ребята, здесь дело посерьезнее. Когда-то очень давно один злой колдун наложил проклятие на игрушку для котиков. Многие не понимали этого и играли в нее до тех пор, пока не стали заложниками магии и не могли жить без этой игрушки, забывая всех своих родных и теряя счет времени. Но это не самое страшное. Были несколько котиков, которые играли в эту игрушку так долго, что не заметили, как магия забрала у них души, и они стали темными странниками, которые должны были служить колдовству до самого конца. Это уже были не простые котики, а настоящее зло. Легенда гласит, что если темные странники найдут игрушку и используют ее силу, то все котики один за другим станут пленниками колдовства. Никто из них не будет узнавать ни друзей, ни братьев, ни сестер, ни родителей. И кто знает, что будет дальше. Но я слышал еще в детстве, что подобная магия способна сокрушить весь наш мир. Наверное, поэтому мы с тобой поругались тогда. Нам нужно скорее найти эту игрушку. Где она сейчас? Она у меня дома была. Идемте скорее. Темные странники могли почувствовать силу игрушки. Они все вышли из дома и поторопились к дому Барсика. В один момент, когда они бежали по улице, дедушка Боря резко остановился и посмотрел испуганными глазами куда-то в сторону. «Что с тобой, дедушка? Может, он забыл утюг выключить?» «Видите?» – сказал дедушка, и котики посмотрели в сторону. «Куда смотрел дед?» На заборе они увидели какого-то черного кота, который поднял спину, злобно смотрел на них, показывая свои клыки и как-то устрашающе рыча. Ты знаешь этого кота, Мурзик? Нет, первый раз вижу. Он не местный. Давай с ним познакомимся. Стойте, сказал дедушка и медленно начал проходить дальше. А котики остались на месте. Когда дед приблизился слишком близко к черному коту, тот словно сумасшедший набросился на старика и пытался ему поцарапать лицо. О господи, у этого кота бешенство! Дед кричал и вертелся, пытаясь скинуть кота с себя, но тот так крепко вцепился в него, что даже было слышно царапание его когтей об дедушкину одежду. Барсик и Мурзик были шокированы и впали в ступор, глядя на эту страшную картину. Вдруг дед схватил за шкирку черного кота и со всего размаха кинул его куда-то в сторону, что тот аж улетел за деревья. Дедушка, ты ранен? Вдруг подбежали котики к нему. Идемте скорее, он может вернуться. И они побежали дальше. И вот, когда они ворвались внутрь дома Барсика, дед вскрикнул: «Где игрушка?» Барсик начал торопливо искать в комнате игрушку. Заглядывал и под шкаф, и под кровать, и даже возле своей миски смотрел. Но ее нигде не было. Она была где-то тут. Поздно. Темные странники нашли ее и забрали. Что же нам делать, дедушка? Ну а на этом вторая часть сказки «Кот Барсик и зачарованная игрушка» подошла к концу. Хотелось бы узнать, как вам новая часть, ребята? Если понравилось, то не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на канал. А если вы хотите поскорее увидеть продолжение, то напишите в комментариях «Хочу продолжение». И не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новую серию и первыми ее увидите. Прощание, сказочный этюд. Ну надо бы уже прощаться. Надеюсь, я создал уют в твоей душе, мой милый друг.